Краудфандинг – это люди. Это люди, которые помогают проектам становиться, проектам быть. Сначала рождается идея. Идея, которая важна для общества, для искусства, для ребят, которые придумали эту идею. Ребята снимают видеоролик, где рассказывают про эту самую идею. И придумывают вознаграждения, которые могут быть очень-очень разными. От какой-то эксклюзивной, уникальной продукции до вещей очень материальных. Приглашений на перформанс, индивидуальные занятия. И люди, кому интересен этот проект, они могут отправить любое благотворительное пожертвование от 100 рублей, на самом деле, до бесконечности. Социальная миссия, конечно, есть у краудфандинга, это поддерживать те проекты, на которые просто нету ресурса, на которые есть какие-то финансы, но их недостаточно, чтобы реализовать эти проекты. Ребята, давайте друг другу помогать. Это тот ресурс, то пространство, где мы можем встречаться и что-то делать очень важное друг для друга.